Сегодня в семье клуба «Ветеран» больше 100 участников. Никто из них, кто влился в эту дружную компанию, не остается без дела. Все вместе они принимают участие в социально значимых событиях областного центра. Посещают концерты, выставки и экскурсии. Все вместе они принимали активное участие и в праздновании Дня города, и даже ходили болеть за внуков на первый Владимирский полумарафон. Немало развлечений и внутри самого клуба недавно открылось новое объединение «Будем знакомы», где участники поют и танцуют, а недавно прогремел конкурс «Мода из комода». Клавдия Александровна – новичок в клубе, и такая насыщенная жизнь вдохнула в нее оптимизм. Вот где вы такой видите? Мода из комода. И вот каждая группа, там мы разбиты на группы, и она, значит, группа готовила свой номер. И, соответственно, там какую-то песню или какую-то сценку. И, соответственно, мы должны были одеть что-то из того, что было когда-то. Из того, когда-то, как мы одевались в молодости, как, может быть, даже из 19 века, хоть мы там и не были. Очень весело прошло. И вот уже более 20 лет активных ветеранов и пенсионеров ведет за собой бессменный руководитель Эльвира Осипова. В этом году ее фото даже оказалось на доске почета. Годовщина создания клуба совпадает и с ее собственным днем рождения. Так что сегодня Эльвира Викторовна также получает поздравления и подарки. Говорит, клуб не был бы так знаменит без его участников. Мы две свадьбы сыграли здесь. Вы думаете, как просто, что ли? Две свадьбы, поженились люди. А что, 70 лет и 75 лет, они еще не так старые. И вот, пожалуйста. Одиноких сейчас очень много одиноких. Одиночество просто достало уже ветеранов.